教育学妹。Me quiere desde la radio de Taiwán. El aceite es un aroma radio Taiwán. Y de micrófono Vitali Samorov. Gracias. Сегодня суббота и в рамках цифровой программы 13-21 новостей недели на таком подходит авторская придача Владимира Малягина «Всемирный Чайнатаун» и такие рассуждения ведущего на тему образования в Китае и о тех ценностях, которые лежат в ее основе и записаны в конфуцианских и других древних трактатах. Затем для вас прозвучит музыкальная передача «Юность» и «Нота классики». Вы услышите продолжение рассказа о пианисте немецкого происхождения, который недавно получил гражданство Китайской Республики. Его китайское имя Лэй Ло Фи. А по-немецки пианиста зовут Рэй Петер Филли. Правительство Эквадора 21 августа разорвало дипломатические отношения с Китайской Республикой Тайвань и установило отношения с КНР. На данный момент Тайвань остается 17 дипломатических союзников, то есть стран, поддерживающих с ним дипломатические отношения. Утром в Афинске министр иностранных дел Эквадора Карло Кастанеда и его китайский коллега Ван Си подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Республикой Эквадор. Президент Тайваня Цай Инвэнь провела официальную пресс-конференцию, на которой обвинила правительство Китая в потере дипломатического союзника. Она отметила, что подобные попытки оказать давление на Тайвань на международной арене не приведут к желаемому результату. И призвала все жители Тайваня и представители разных политических партий схватиться в открытую идею защиты национального суверенитета. Она отметила, что китайские власти принуждают другие страны к установлению дипломатических отношений с КНР при условии отказа от официальных отношений с Тайванем. Тем самым, как и в одностороннем порядке, нарушает статус КВО в тайваньском союзе. В качестве ответной меры, заместитель министра иностранных дел Тайваня Лю Дэли вызвал посла Эквадора Марту Сян Дэ Цин и выразил правительство страны решительный протест. А министр иностранных дел Эй Джао Се объявил о прекращении дипломатических отношений с Эквадором с целью защиты суверенитета и национального достоинства. Еще до того момента, как было официально объявлено об установлении дипломатических между Эквадором и КНР. Китайская республика и республика Эль-Сальвадор поддерживали дипломатические отношения на протяжении 85 лет. Министр иностранных дел Китайской Республики Ли Цзяо У в дне 21 августа на пресс-конференции объявил о разрыве дипломатических отношений с Республикой Эль-Сальвадор, поскольку эта центральноамериканская страна приняла решение установить дипломатические отношения с КНР. Он подчеркнул, что тайваньские дипломаты знали о намерении правительства Эквадора переключить дипломатическое признание на КНР. Об этом было известно еще в июле 2017 года. Министр лично обсуждал эту тему с руководством Эквадора в июле во время визита в эту страну. Однако, по словам У, правительство Тайваня сделало неоднократные просьбы о предоставлении Эквадору крупных финансовых средств. Это развитие порта Ла Унион. Кроме того, теряющая поддержку населения, правящая партия этой страны запросила финансовую помощь для покрытия расходов на предвыборную кампанию в преддверии февральских выборов в этой стране. И отметил, что усилия дипломатов не принесли результатов, и правительство приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Эль-Сальвадор. Еще до подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Республикой Эль-Сальвадор.
Тайвань. Министр иностранных дел также заявил, что дипломаты все политики Пекина нацелены на сокращение дипломатического пространства Тайваня. Однако эти миссии не пустили пристойность Тайваня придерживаться свободы и демократии. И сказал. По попытке дипломатические политические и финансовые конкуренции с Китаем даже нелегальных политических пожертвований мы сами не будем заниматься этими безответственными делами. Сказал Ли Цзяо. В 23 августе в Белом доме раскритиковали решение Сальвадора дипломатические отношения с Китайской Республикой, Тайвань и установитель КНР. По словам представителей Белого дома, решение разрыва отношений с сальвадорским правительством было принято несколько месяцев назад. В официальном заявлении пресс-службы Белого дома также сообщается, что Китай привлекает союзников на свою сторону экономическими правителями. Тем самым пекинские власти вмешиваются в дела стран в западном полушарии. Конец цитаты. Кроме того, американская сторона предупреждает другие страны, что их желание установить дружеские отношения с КНР в обмен на инвестиции могут не оправдаться. Американский политик Кори Гарднер, руководитель комитета по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Верхней палаты Конгресса США, выдвинул предложение защитить интересы Тайваня законодательным путем. В частности, он предлагает принять закон о Тайвэе 2018 года, который будет регулировать дипломатические отношения США со странами, развивающими отношения с Тайванем. В то же время Гарднер добавил, что данный проект не качает нынешних отношений США с КНР. По его словам, закон о Тайвэе станет лишь инструментом поддержки Тайваня на международном рынке. Тайваньское мнение 24 августа подтвердили намерение страны дипломатического союзника Тайваня Эсватини в будущем поддерживать Тайвань. Об этом стало известно после того, как министр иностранных дел этой африканской страны Нгавга Гарнедзе побывал на Тайване и встретился с главой тайваньского мнения Джозефом И. или Ли Цзяо Си. Также стало известно, что представители Эсватини не будут принимать участие в Китайско-Центрально-Африканском форуме, который пройдет в течение сентября этого года. Кроме того, тайваньские предприниматели посетят выборную международную торговую выставку в Эсватини. Представители тайваньских деловых кругов на протяжении 22 лет ежегодно принимают участие в этой выставке. На данный момент Эсватини, старое название Королевского Тайваня, единственная страна в Африке, поддерживающая дипломатические отношения с Тайванем. Глава департамента и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Китайской Республики Е. Сэйзин также добавила, что тайваньское правительство поддержит предпринимателей в желании развивать торгово-экономические отношения с этой африканской страной. Она подчеркнула, что Тайвань не собирается конкурировать с Китаем в таких крупных инфраструктурных проектах, как инициатива «Один поезд, один путь». 60 лет назад, 23 августа, тайваньский остров Гуньмин подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны армии Другого Китая. Президент Тайваня Цай Инвэнь на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала видео с историческими кадрами, а также обратилась к зрителям острова. Цай заявила, что 60 лет назад тайваньский народ отстоял свою свободу, демократию и современный образ жизни. Она также подчеркнула, что задача правительства Тайваня осталась неизменной. Миссия нашего правительства заключается в защите страны Тайваня, нашего демократического образа жизни. Мы не допустим, что за эти базовые ценности подвергнут перед нашим народом.
Цай Инвэнь также отметила, что Тайвань готов к диалогу с Тайванем, но никогда не поставит под угрозу опасности жителей острова. Министр обороны Тайваня Ян Бэфа 23 августа лично побывал на острове Инвэнь и в церемонии посвященной 75-летию дня артиллерийского обстрела. Он сообщил, что тогда на остров было запущено 470 тысяч артиллерийских снарядов, то есть на каждый квадратный метр острова пришлось 3200 снарядов. Я не удивлюсь, что тайваньский народ и армия смогли восстановить мирную жизнь на длинное за короткое время. Министр также подчеркнул, что лишь при наличии достаточно сил возможно обеспечить безопасность мирных жителей. По его словам, тайваньская армия готова к обороне страны. Ягиста Джин Саиндон также посетила космический центр имени Индона Клинтона, где проходит обучение астронавта и находится центр управления полетами НАСА. Экскурсию для президента провели руководитель полета Рэй Рэнсли и заместитель директора центра Ванесса Ульте. Время посещения центра управления полетами американский астронавт Эдвард Майкл Финн сообщил Саиндон после 3,5 часов назад международная космическая станция пролетела над Тайванем, и огни Тайваня очень красиво смотрятся из космоса. Президент также осмотрела центр тренировки астронавтов и модели космических кораблей «Сельсу», «Тарлайн» и «Союз». В последнее время на Тайване случились случаи появления сарноцкого медведя в местах, где раньше он был редким гостем. Совсем недавно тайваньские туристы, которые отправились в горы в район озера Ся-Лен-Си, обнаружили, что там устроили для них горные сидения сарноцкого черного медведя, который забрался туда только в пищу. Для того, чтобы избежать в будущем возможность нападения на человека, местное управление лесного хозяйства приняло решение 22 августа на 15 дней закрыть этот район для туристов и позволить людям повеселиться в свое удовольствие. Конференция по вопросу подготовки национального доклада о соответствии внутреннего законодательства Конвенции ООН против коррупции впервые проходит на Тайване с 21 по 24 августа. В ней принимает участие бывший директор неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Хосе Уга и зарубежные эксперты по борьбе с коррупцией в Южной Корее, Сингапура и Австралии. Вице-президент Тайваня Чен Юньвэн выступил на третьей конференции. Он сказал: «Народ Тайваня имеет очень большие ожидания по вопросу общественной справедливости. Честное правительство не будет гарант справедливого общества. По данным индекса восприятия коррупции за 2017 год, Тайвань занял 29 место среди 180 стран. Это лучший результат за последние 10 лет. Но он говорит о том, что требуется продолжать борьбу с коррупцией, чтобы дальнейшие усилия могли продемонстрировать всему миру наши успехи», сказал Чен Юньвэн. В течение 4 дней участники конференции, включая зарубежных экспертов и депутатов законодательного региона, обсудят вопросы правоприменения, внесения законодательных поправок, а также международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией. И о погоде на Тайване. Сегодня Тайбэй 29-32 градуса тепла. Завтра в воскресенье Тайбэй не станет пройдут грозы. Температура поднимется до 31 градуса тепла. Завтра в Южном Тайване пройдут южные ветры. Там завтра от 25 до 27 градусов тепла. Дорогие друзья, на этом время
посетителей философский клуб. Для вас его подготовили проекты данные самые. Останьтесь на волне международного радио Тайваня. В эфире международное радио Тайваня. Я хочу продолжить разговор для того, чтобы все-таки наши слушатели имели некоторое общее представление. Надо сказать, что мы там отличительны всех китайского воспитания, вера, благотворность, внимательного и осторожного отношения к людям. Китайцы, в отличие, скажем, от соседей и японцев, необходимо считать ребенка сильную волю и твердый характер, заставляя его переносить лучше себя. Есть непривлекательная романтика бандовых чудов. Считалось, что интересность возникновения осуществительность греческих поступков, вообще постоянная духовная деятельность позволит избежать любой жизни. И упорство в достижении своей цели заставит само небо прийти на почту. Подобная ориентация китайской системы воспитания, которая пунктом мнения и какой-то близости к сумме занятию, об этом я говорил в предыдущем месте, способствовали тому, что китайский культур разобрал тут формами современной силы, которым считается больше связанного намерения, чем мужеством и решимостью. Он не стремится так. Вот теперь он может быть поговорить об особенности, о понимании личности в Китае, о том, как происходила социализация личности. То есть, очень важно для процесса, который определяет своеобразие культуры. Китайские традиции, надо сказать, довольно оригинальные, самобытные, не похожи на Запад. И вместе с тем, очень стройный тип. Я должен запретить эту человеческую ситуацию. Видимо, с этого взгляда обусловлен тем, что он стоит из факта жадности для каждого его телесного пища. Сознание живет в себе. Самый общий и самый непреложный факт человеческого существования. А то, что оно крепнет всем всем, когда растает тело и пользуется, является на и всесторонне продуманным принципом китайской культуры, благодаря которому оно существует нормальное и органическое соединение физического, психического, нравственного,
духовного уровня сердечного опыта. Ведь на самом деле существование цели не разделяет, а наоборот, соединяет их совершенно естественно и даже не сильно связи. Все делается в китайской поговорке «Ниже видят глазами, и слышат, и сами народ». И надо было бы принести на эту важность, если их не спрашивали посылки. Во-вторых, способность современным людям мира разных структур, в том числе и с точки зрения предвидения. Ведь человек считает уже себя как местность игрушек, как возникает как классический китайский человек, создавался с учетом того, что не будет сильнее, со стороны китайский человек помещает очень важные перспективы китайцев. А на самом китайце Das war которые на абстракции
Я теперь подавляю внутренние стихи,
Разные культуры дают у него очень разные. Выбор делает китайский выбор. Китки, когда прописывают китайский культ, конфессанты, враждебный социализм и конформизм. Так же, как и многие другие западные авторы, вообще китайский культ, которые оставляют сильную культуру. И мирового порядка, не будет так, как это считается. Китайцы, как это считается, реален только основной жизни всех и всех. В мире только есть. Продуктом или плодом прежде существования вещей в типовую и целительно-вечностную цель. Он также путь, как и оставить себя в семье. Поэтому речь может идти только о фонтан непреднамеренно. Его признать оказиона. А когда я говорил о чести, совпадении, над, и типизированного бытия, то есть опыта и еще, и последовательности сознания открытого мира, и восстанавливать типизированную жизнь. Такой ее жизнь есть подлинный следующий, и он зовется в китайской традиции судьбой. Судьбу можно продолжать, когда вот человек не сильно сравнивает радость жизни. Оставались не такие судьбы, как буддисты и галактики, которые умели не только определять, но и исправлять жизнь. Но это по-моему результат говорит на того, что я или то, нужно судьбу попытаться не иметь, то есть как следствие превратить в следствие, то есть не иметь, то есть
стать активным действующим субъектом. Но на этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. Вы слышали передачу «Всемирная черная тайна». Ее подготовил Владимир Миланов. Всего вам доброго, любите. Мы с вами встречаемся. Который живет на Тайване уже 40 лет. И недавно, 24 июля, получил гражданство Китайской Республики для особой заслуги. Его зовут Лось Песек Юга, а по-китайски Лось Песек. Он известный на Тайване пианист, и многие любители музыки знают его, в первую очередь, по Сатмира Сварнизма, Тайваньской пианистки Ирвиня Линьюе, с фортепианом дуэтом. Этот семейный дуэт исполняет произведения на двух фортепианах, как на Тайване, так и на Рубинзе. В качестве дуэта они были удостоены фортепианах на Тайване «Негра». Сегодня мы послушаем два произведения из фортепиана. Первое, что прозвучит в эфире, это произведение композитора Франциска Пуленко, концерт для двух фортепиано «Ре Минор».